Всем привет! Сегодня я буду готовить рыбу с овощами в томате. У меня рыба салака. Можно брать абсолютно любую рыбу, которая нравится. Можно мойву брать, можно брать кильку, можно скумбрию брать. То есть любую рыбку можно таким образом вот протушивать. Итак, у меня килограмм салаки уже почищенной. Голову я убираю, внутренности тоже и промыла. То есть рыбка готова. Дальше примерно на это количество идет 3 луковицы крупных и 3 крупных морковки. Затем можно брать томатную пасту. Я взяла томатную пасту. И тогда берем примерно пол-литра воды горячей. 2 ложки томатной пасты разводим в горячей воде. В принципе, можно брать томатный сок. Тогда просто берете пол-литра томатного сока. Приправы, перец, лавровый лист я беру молотый. В принципе, можно брать приправы к рыбе, которые вам нравятся. Тут уже выбираете сами. Итак, нужно измельчить. Кубиками измельчаем, не очень мелко, лук. И на крупной терке трем морковку. Измельчили на терке на крупной морковку. Измельчили лук. Теперь берем воду, берем томатную пасту и вот так нормально с горкой добавляем в воду томатную пасту, добавляем сюда же 1 столовую ложку сахара и перемешиваем. Также сюда добавляем соль. Примерно вот я думаю, сколько хватит. Где-то получается как чайная ложка. Если мало будет, мы добавим. То есть попробовать надо, чтобы было вкусно. Так, готово. Теперь берем посуду, в которой будем тушить. Лучше всего брать какую-то с толстым дном кастрюльку. У меня это чугунок. Вот. На дно наливаем немного растительного масла. Количество примерно полстакана у меня пойдет на все это. Затем берем лук. Выкладываем немножко лука. Немножко морковки. Сильно звенит. Так, теперь берем рыбу и выкладываем рыбку. Вот слой рыбы есть. Нужно подсолить немножко рыбку. Сверху подсаливаем. Так. Добавляем немножко специй. Я беру молотый лавровый лист. Так. Чуть-чуть. И беру смесь перцев. Так. Теперь снова выкладываем слой лука. Слой морковки. Так, и немножко лука. У меня получается на 3 части. Вот сверху будет еще лук и морковка. Так, морковку берем. Вот так. И снова выкладываем слой рыбы. Так, есть второй слой, он у меня немножко больше вот получился. У меня здесь посерединочке еще немножко выложила рыбку. Теперь снова выкладываем оставшийся лук. Немножко нужно присолить рыбку. Вот так. Присолили. И также приправы. Так,
немножко все. И теперь лук разравниваем по всей рыбке. Вот так. И выкладываем морковку. Есть. Заливаем это все растительным маслом оставшимся. И заливаем томатом, который у нас получился. Либо берете томатный сок, как я говорила. Выходит воздух, вот так булькает. Все. Теперь это все мы ставим на огонь и доводим до кипения. Итак, поставили на огонь. И ждем, пока закипит. И вот, когда закипело, мы прикручиваем, делаем совсем маленький огонь, вот, чтобы еле кипело. Накрываем крышкой и тушим 1,5-2 часа примерно. Итак, прошло 1,5 часа. Наша рыбка протушилась. Вот видим. Сейчас я так покажу. Вот уже готовая. Очень вкусная получается. И недорого. Такая рыбка получается. Очень вкусная. Надеюсь, вам тоже понравилось мое видео. Если понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой видеоканал. Пока-пока!